Такой, блядь, над которой можно было придумать нахуй этого босса. Это пиздец просто. Да, нормоз. Близзарды, походу, там на кокаине сидят, блядь, как минимум. И ты в эту хуйню играешь, на чем ты сидишь? Да, блядь? Да, да. Ох, не были вы в бронзовом святилище, ребята. Там вообще пиздец. Ну чё, давайте рыбы и погнали. Чё? Сейчас, сейчас. Все нарезаются. Меня вообще как-то не очень привлекает этот. Опа, я завис. Все на месте бегают. Угу. Так, я тоже. Все, блядь, дисканул у нас. Го покурим 3 минуты, раз такую большую пачку выкинула, потом без перекуров дальше. Мне сейчас не заходит, да. Я, короче, курить пошел. Только надолго, пожалуйста, не уходите, там 3-4 минуты максимум. Падло. Я собирал себе Т4, чтобы ты понимал, тоже месяцев 6-7, нахуй. Мне вот две шмотки. Не, ну вот смотри, вот ты так говоришь, а что, на островах нету кинжалов? Да не говно, РПБ. Какая разница, какие на них статы? Тебе главное пушки. На пушках Милику вообще самое главное, это его урон в секунду. 1.8, это раз. У меня эти 1.4 ДПС больше выдают, чем те. Нет, нет, стой, стой, стой. Вот тебе, вот я на 100% знаю, в правую руку кладешь 1.8 пушку, в левую руку кладешь 1.4. Не, мне только 1.4. Ну, я проверял. Ну, вроде. Мотиком берется 1.4 в обе руки. А, да. Да, да, да. Там нет такого, то, что урон от яда быстро действует? Нет, это у комбата. Да. А, ну все тогда. Я не шарю за мутиков, нахуй, я хоть сейчас буду говорить. А что у нас сервер до сих пор лежит? Да я вот, вот, блядь, 32-й, он бегаю уже, как я выбил их тоже, не знаю, может, год назад, блядь. Я вот с ними и бегаю, вот как они есть, блядь, 32-й, но они, блядь, лучше, чем нахуй какие-то продаются другие. Скорость дают, дают нахуй. Две дырки, блядь, заебись. Я помню, когда это мы куда-то бегали, блядь, вот не помню. ИВК, хуяка, там какие-то выпали охуенные боты, 58-е вроде или какие, блядь, 25-ка. И, блядь, мне не было денег зарулить. Блять, они вот выпали вот один раз, я тебе говорю, один раз. Вот я вот бегал сколько раз, ну вот первый раз они выпали. И чувак на успех себе, блядь, их заролил. Это охуенно. Бля, я сейчас охуею, если полчаса на серф не будет пускать, а потом в Дискорде в Сируса напишут то, что это был розыгрыш, ребят. Сегодня сервак не работает. Да, типа такого. Уже въебали какой-то розыгрыш, я охуел, пошел делики делать. Затянуло в какую-то поеботу прям. Мне осталось только вот кинжалы поменять и шузы, и все. Ну а так как бы, блядь, не знаю, по ДПСу я нормально вроде даю, блядь. Сколько ты даешь? Ну, бля, ну не знаю, смотря где. Вот ну, УВК бегал с чуваками, ИК бегал, как бы, Груль, Мэджик. Короче, цифры просто скажи. Ну, 12-13 тысяч дают. Ну, заебись. Тебя можно, значит, 25 обычку брать. Если на сурке 12-13 будет держаться до конца боя. Все, он свечится не будет. Будет. У нас 285 рейдовый ДПС. И... Две роги дали по 15 тысяч и по 300 с лишним в трэш. Вот. Там 257-е, да, какие-нибудь? Ну да. Там комбаты, я так понял. Или нет? Насчет этого хуй знает. Ну, да, если... Комбаты по-любому у них, наверное, тоже вот этот удар. Если они в трэш, уехали. Если они трэш били, скорее всего, комбаты. Не, там не обязательно 257-е. Там и 240-й комбат тогда, потому что... Он... Я в мутике могу перебить комбата. Понимаешь, если дохуя трэша. Просто... Ну, это если дохуя, а если, допустим, два моба вылезет?
И моба, блядь, ну, я так... Да, если оба... твой веер на 90% режется, никого ты там не перебьешь. Там веер от яда дамажит в основном. Ну, да. Не в основном, а сильно. Там мобы умирают за секунды в нормальном рейде. Что ты там не накрутишь? А в хуёвом рейде он накрутит, нахуй, 100 тысяч. А в хуёвом, конечно, накрутишь. Накрутит, только не убьет. Не, комбат просто, комбат рога, он не свечаясь накручивает по трэшу. И причем это... очень даже неплохо. Я чуть поздно присоединился к вам. Короче, я чекал на прошлом трае этого сурка. И, короче, шквал он мало дамажит, он только 1% дает. Хуйня. Ну, понятное дело. Ну, понимаешь, я могу сейчас, ну, переодеться в комнату, а у меня будет 248, блядь. Но я уверен, что, нахуй, я дам ДПСа больше, блядь, чем... Шквал у комбата, который, типа, последней цели, который бьет? Да. А, нифига себе, я думал, он как у Фурика работает. Нахуй. Его, этот, ну, скилл юзать нельзя. Да ка нахуй этот скилл, да, блядь. Если наполовину боссов он не юзается. Ну, тоже такое, блядь. Какой? Который? Череда? В соло таргет, блядь, я, да, я ебашу нахуй больше, чем ебаный комнат. До 100%, блядь. Череда на всех боссах юзается. Во-первых, здесь не очень дохуя рог, который, блядь, надеты в охуенные дробяшки, блядь, и в РПБ, нахуй. Не, сейчас целка вышла, сейчас целка начнет закрываться, сейчас комбаты будут опережать уже. Да, уже да. Дробяшки. Дробяшек сильно-то и нету нормальных. Нет, вообще, в принципе, на патче. Меч с урфанга есть 2.6, с лича есть. Я говорю, что это не дробяшка, меч. Ну, там разницы нет, что меч... А, да-да-да-да, там же талант у вас. Да меч лучше, чем дробяшка, все равно. Мечи и топоры топовые таланты. Там прикол в чем? У него качается, типа, стат, типа, на дробяшку, и там, сколько, 10 или 15% РПБ добавляют. Именно от дробяшки. 15% РПБ. Ну, 15% это знаешь сколько? Это 210 рейтинга. Либо у тебя плюс 5% урона от белых атак. Понимаешь, да пизды. Это проценты. Вот у меня сейчас на шедероге ПВПшном, у меня сейчас 80% РПБ, блядь. Я влетаю в любого, мне похуй вообще, кто ты, блядь. Танк, хуянг, я ему въебашиваю 20 тысяч сразу, блядь. Снимаю еще 20%, того уже 100% я... Игнорирую его, блядь, урон. Ему ты еще... игнорируешь 10 тысяч брони. Если ты встретишь танка, ты будешь игнорировать по-прежнему 10 тысяч брони, ему будет на твой урон насрать. Ну, конечно. Не знаю, летит нахуй в ДК в 30 тысяч, блядь, который там охуенно ПВП надет, блядь, ему летит нахуй 15-20 тысяч, блядь, скрин. Это какие-то сказки. Какие сказки? Я тебе могу показать. Я говорил, на X2, блядь, аж роги, блядь, священный щит не пробивают, ШД. Ну, не, на X2 роги, да. Типа, чем выше гир ПВПшный, тем меньше роги начинают бить. Там на БГ практически не встретишь его. Их да, там на БГ вообще роги. Я сначала боялся, потом впрыгнул в одного, блядь, ебанул ему 12 тысяч, блядь, снял армор, еще нахуй там 17 тысяч ему въебал, он остыл, блядь. И понял, что, ну, типа, вообще похуй. Тряпка какая-нибудь сбежит, ну, как, ну, кого боюсь, так это локов, потому что у них, сука, блядь, ну, и фростмагов. Они в этот ебаный армор становятся и пиздец, блядь. И выживают с ебаным там 500 хп, блядь. А вы целка собрали, кстати? Собрали, ждем, пока пустит на сервак. Мы на этом нагнили. Время-то тикает. Мне понравилось. Я как бы Шедой Рога никогда не играл. Ну, понравилось, пиздец. Просто два скилла убиваешь чувака, блядь. Я бы просто ПВЕшного убил, скорее всего, все. В Толгороде комбаты с одного убивают. Я тут недавно на меня этот вар влетает. А, ну, в Толгороде, да, там, потому что у тебя же устойчивость 0, блядь. Ну да, этот, вчера был прикол, блядь, вар влетает в меня, ренегат, а с ним шаман был орк. Шаман, ну, и они рядом стоят, шаман тоже зафлагался, блядь. Я даю череду их двоих с одной череды, блядь. Все три нити дебильные. Они вообще не должны работать. Она в половину урон режется. Что ты недовольный? Все равно какая не должна. Это слишком сильно, даже в половину, если срезать. Не, короче, берешь инжой перчатки, мажешь, берешь Толгородскую триню и берешь шею с острова, только репутацию провидцев, короче.
и просто ваншотаешь людей. Да, у меня так и есть. А чего вы решили, что ракета откритует? Она нихуя не критует на X2. Нет, она, нет, здесь нет, она не критует, она не критует. Типа 2500. А максимум 4000 может ебать. Чего тут какие-то басти постоянно рассказывают за эту ракету, блядь, не могу понять. Ну, смотри, когда у тебя Толгородская дриня, ракета, и еще и плюс шея провидцев, ну, шея скиль для нас, репутация провидцев, ты там реально ваншотишь. Ты стычки можешь... сколько? Вот смотри, триня 5 тысяч вроде наносит, или 4 тысячи. 29 тысяч я вот вчера вот ночью ебал нахуй по чуваку, это по тряпке, он сразу остыл. Не, ну ты самбуша, наверное, дал. Ну, блин, за спину и внезапный удар, блядь, все нахуй, ну, сразу остыл. 29 тысяч. А там просто... Там был челик голый, нахуй. Ну, тычкой еще несколько тычек дополнительно залетает. 28 тысяч, такой, блядь. Сейчас бы в ПВЕ смотреть, куда ты там бьешь. Тебе лок также жарит, то есть стрелой хаоса, ты также остынешь за одну секунду. Блять, у меня 740 чисто устойчивости. Меня бьют четвером, они заебываются. Когда я ебашу ускользание, блядь... Стрела они... хаоса и насрать им на твое на все. Immolate improved, слышал такое? Чем ты 700 ресом, он говорит, у меня, блядь, 900 ресом, меня, блядь, стёк пиздюй убивают практически. Ну, мне больше не надо, мне кап, понимаешь, уже, блядь, даже перекап. Такие роги, блядь, с одной джаги умирают от нормального палова 7. Да, ну нахуй, тебя спасает, блядь, только ёбаная бабл, блядь, и все, ты убегаешь, нахуй, с 3000 хп, блядь, и отхиливаешься. Вот что тебя может спасти, не больше, блядь. Тебя спасает только инвиз. Не больше. Ну, спадает бабл, нахуй, и я опять залетаю ему в спину, ебашу, нахуй, он остывает, блядь. Ну, все. Можем протестить, если хочешь, ну, как бы, мне похуй. Можем короче, протестить. Если бы я сделал вара, нахуй, ПВП, блядь, вас бы всех ничто не спасло, нахуй. Да похуй, достанет, блядь, и все, до свидания, блядь. Просто бесполезный разговор у вас. Да. Что-то ты говоришь. Я просто понимаю, что... Ну, а какой у тебя рейтинг на БГ или арене? 5000, нахуй. 1 против 5 хуярил. Я все время попадаю почему-то с охуенными чуваками, 213-й. В смысле? Да какая разница? Ты же всех ваншотаешь, остывают там за одну секунду. Да, ну я-то... Какая блядь, разница, с кем ты там попадаешь? ДПС, я в первом, ну, в первой тройке по ДПСу, блядь. А команда... Подожди, так если бы команда БГшников у тебя, блядь, ебаные 206-е, нахуй, сеты, блядь. ШП зайти первым по ДПС быть вообще ни о чем. Ты можешь все катки... А еще есть вагоны ДК, которые понял, мор раскидают, и у них там тоже хуево туча ДПСа. Когда против тебя 240-е, а с тобой, блядь, 206-е, 213-е. В чем прикол, блядь? Ты один на один арену рейтинг бурегал, что ты раз ты такой пушишь? Ну и там бы ебанул бы себе 3К. Нет, да, нахуй надо. Я хочу 3000 этого захуярить. Чтобы сет уже хотя бы... О, смотрите, маунт и пет выдаются случайным убийцам щупалец. Щупальца... Вот, у которых щупальца резаются, с них дроп есть. Ты гонишь, они затягивают винс, там босс стоит, он ебашит тебя. У него 340 миллионов хп, а тебе там никого не убежит. Смотри, смотри, вот перед тем, как боссу закинуть, тебя кидает на... Ну, этот, тебя щупальца берет, правильно же? Ну да. У этого щупальца 490 тысяч. Так это бить ты его не можешь. В смысле, можешь? Нет, бить можно, можно даже кастовать щупальца. Только толку-то? Там, ну, у тебя секунд 6-7, ты не сможешь столько на дамаж. 10, наверное. Ну, надо пати уходить. Да, да, да. Вдвоем щупальца ебнуть. Щупальца еще чинит тебя, оказывается. Когда щупальца это самое, они чинят. Если не дать отпор этому зорту, то будет слияние с X10. Это шутка, нахуй, первоапрельская, блядь. Слияние говна, блядь. Понятно. Это на X2 более актуальная шутка. Лучше бы они написали, что вой душе выслали, нахуй. И 4 волонира, блядь. Так а все равно сервер лежит, какие шутки-то? Сколько уже лежит сервер, кстати? Минут 20? Минут 20, да. Это самое главное. Шутка лежит. В Дискорде написали, сейчас заработают. А сегодня что там, CLK стоит, да, у бедолаг? У нас? Нет, сегодня Груль Магик вроде. Нет, вроде он хотел CLK. Да я думаю, мы принесем CLK 3 босса и пойдем на Груль Магик. А можно и так.
Кстати, этот, я думаю, что мы убьем сурка. Мы просто ни разу нормально до экзекутки не довели. У нас много экзекутеров в рейде. А как ты, какая экзекутка там берса? Там берса, понимаешь, а у него вообще пол ХП. Дело-то не в берсе, не, дело там, в метке. Смотри, как было. Там, короче, вот у него 36% было, я помню, трай. Еще 2 минуты до берсы было. А меток было 8. Считать умеешь? 8 да, меток. Да, да, вот. И, короче, люди начали откисать от меток, и босс стал хилиться, да. Он захилился. А так, по идее, если до 35 довести, там уже у ДКшек, у магов экзекутка включается. А что, метки дамажат? Ебать, да. Нет, не дамажат, нахуй. Просто обнимают тебя, блядь. Ты заебал, я был там на ворке в Т5 и танком. Я не в курсе, заебал. Они дамажат. Вот по танку прошло 20 тысяч, по тебе тоже пройдет 20 тысяч, только физического урона, он режется броней. Танка, который там нормально там парирует, там тыры-пыры, нет? Нет, по тебе больше, по меткам больше влетает, чем по танку влетело. Нет, если по танку не влетит урон, то и по меткам не влетит. Но это надо доказывать, нахуй. Это надо все смотреть на вовхеде, блядь, всю эту хуйню. Надо абсорба больше. Он двойной броней режется, короче, как тебе сказать. И он танковской смотрит... броней, и вот сколько остаток по танку пришел, он идет по тебе и режется тоже броней. Да, 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 да. Вот, вот двумя так, персонажами режется. Но один хуй там дохуя. Так это что получается, надо просто сожрать эту зельку на 3500 брони? И тогда припотов на ДПС не будет. Ну, либо ты один припот профукаешь, да, либо ты 2 минуты простоишь с 3500 брони последние. Не знаю, но... о чем вы, там ДПСа не хватает. Да, там ДПСа не хватает. Сначала с ДПСом беду решить. Как она решится, можно будет уже... А вы пробовали, кстати, это, не, ну, чтобы кастеры не били трэш? Тогда меток будет 108, нахуй. Нет, не 8, мы... Вы пробовали вообще пробовали, или нет? Пробовали, пробовать, меток больше просто будет. Да, я вам так скажу, у нас большинство кастеров и так по трэшу не играли. У нас, короче, 4 фурика было, или 5 даже фуриков было. ФДК был, пару ретриков было. Так вот, ну, я и смотрел, что трэш рассыпается, там как бы кастеры не нужны. У нас кастеры толком не свичились. Я до этого свичился. Я сказал свичиться, я свичился. Свичились, и у меня ДПС там, блин, 12, так, 11. Так вот, ты и терял просто ДПС, который... Ну, ты и урона по трэшу не наносил толком, и терял босса. Ну, я в одном трае не посвечился, у меня 16500 ДПС, первая строчка. Надо как-то, да, надо вот эту хуйню сбалансировать, чтобы в босса максимум было от персонажа, и по трэшу тоже. Ну, если типа совсем невозможно дать прям 0 ДПС, то хуй с ним. Не, в трэш могут свечиться, ну, не все РДДшки. Вот, допустим, фаермагу очень впадлу свечиться, потому что снаряд долго летит. То есть я пускаю свою глыбу, там пускаю свой фаербол и так далее, он пока долетает, трэш уже умирает. У меня ни прок не срабатывает. Там, по-моему, прок в него пускают только. Вот глыба мгновенная прок, но ты ее пускаешь, и все, и дальше босс будет. Ну, демонам тоже, если у меня прока нету, я стрелой тьмы кастую ее там 2 с лишним секунды, и она еще летит. Два аркан мага есть, у которых вспышка просто без, ну, без полета, короче. Нет анимации полета. Вот они могут свечиться так, тык-тык быстренько. ШП может там разрядить этот, как его, взрыв. Нихера не дамажит. Аркан может цепнухой дать. Не, ну вот, я просто к тому говорю, что есть РДДшки, которые, которым прям вообще не впадло свечиться. Не, ШП, если, допустим, в Т10 можно просто свечиться, тебе вообще пофиг, кого ты сверлишь, или, ну, или босса, или трэш. Ну, ты не потеряешь сильно. Сверлишь, блядь, выражение-то какое. Ну, у тебя скилл, который сверлит. Сверло. Ну, ШП тоже бафы. Т10 без бафов вообще не дамажит, а у нас вечных бафов нихера нету. У нас был и демон, у нас все рейд бафы были, абсолютно. Ну, это вот в том рейде был. Хорошо. Ну, а так у нас только демона нету обычно. Да нифига, вон в этот ИВК-25 мы вчера били, не было ни Элема, ни Шамана, ни этого, ни Совы не было, ни Демона. Сова же была. Я просился взять меня с Шамана, меня же не взяли. Не, была, не было Совы, она деревом была. Серьезно, по-моему, Сова была. Нет, на тех траях, которые, ну я вчера убивал его, Совы не было, был только этот, Пенек. А, ну без крита вообще впадло играть на самом деле. Я еще, ну я не чекал, но скорее всего ни Фаера, ни Демона, ни этого, ни Африка никого тоже не было. Обнова походу вышла из щупальца из Миллера. О, полицу, запускает, да. Кажется. Не пошли знаю, быстрее, нет. Ганкать.
Нет, не запускает. У меня на готово зависло. Нет, включенный. А, выкинул. Блин, да что за фигня? Соединение разорвано, соединение разорвано. Говорят, иди нахер, иди нахер, иди нахер. Ноль человек онлайн. Как они заебались со всякой хуйней этой? Угу. Серверы так умирают, они еще какую-то первоапрельскую херню завозят. Вообще ебаный весь. Не, ну блин, я на многих серваках играл, то такого количества дисконов нигде не было. Ну это прям шок. Да им сейчас надо не над контентом работать, а просто стабильный сервер сделать. Чтобы он хотя бы там 3 дня мог работать без работы. Да, над X4 вообще нефиг работать. Я не знаю, у них пока есть вот эти олени, которые считают, что там остров для гоблинов, это охуенно заебись, типа для сервера, понял? У них все будет по пизде вот так идти. Нихуя себе, даже бабочки никто, блядь. На X4 им вообще над контентом не надо работать. Ну, у них есть готовый контент уже. Просто скопировал с X2, с X1 и вставил. Они, по-моему, даже ХП не меняют. То есть они просто... Меняют. Меняют, ну, больше делают? Да, в CLK-25 не было столько ХП. Ништяк, у силков нету, давайте им еще ХП добавим. Обычка, знаешь, настолько мусорная была, что проносилась проще, чем ВК-25. Не, на самом деле они нормально делают, ну, усложняют контент, потому что если бы он был бы легким, было бы неинтересно. Ну, вообще, да, я согласен. Но если у рейда есть и Гера, и обычка, мне кажется, именно Гера должна быть хардкорной. Ты прикинь, сколько в Гере ХП у него будет? Да, примерно так же, мне кажется, будет. Нет, ну, лямов 150-160 будет. Они... Больше. Они так, из... Запускает, народ запустило. На X2 только запустило. Но это... Геры-то нет уже еще пока, поэтому да. Пока обычку они сделали сложную. Короче, из-за чего они обычку сделали сложной, именно 25-ку? Десятку-то не сделали они такой, именно 25-ку сделали. Потому что люди стали ныть, типа, почему нужно убить каражан для проходки, короче. Вот. А потом, когда они ХП подняли у боссов так сильно, на форуме начали ныть люди, то что почему так много ХП, мы их убить не можем. МГМ ответил, говорит, те люди, которые фармили каражан 10 хм, которые залутали оттуда шмот, они спокойно проходят ЦЛК. Блядь, в каражане там такой шмот рисованный, он параша. Вот смотри, вот тебе параша, а мне, например, нужно оттуда 6 шмоток. Ну смотри, у меня там бисовая шмотка есть, которая до конца контента. Которая, ну, не до конца контента, а до конца ЦЛК контента. Даже ЦЛК ХМ Джайна, когда будет убиваться. Ну, не все же маги. Бисовая останется. Просто не все маги же. Ну, кастеров-то до хрена, кому долгонок суперсильно апает. Долгонок же переделали, он сейчас долгонок не такой был. Долгонок пофикшенный, конечно. Ну, пофикшенный, но он все равно сильный. Сейчас карта топовая, еще что-то так. Да, карта, ну... Допустим, тебе хосту не надо, на локона какого-нибудь. На сову тебе дофига хосты тоже вроде не надо. Зачем сову капа легко собирается, ей больше всего из ПД надо. И у карты КД КД не стакается с КД других тринь и с КД плаща, с КД шеи. Они по-разному КДшатся. То есть они одновременно... Карта прожимна. Ну, смотри. Смотри, либо ты ее жмешь раз в минуту, либо тебе ее приходится раз в 1.5 минуты. Да, либо тебе раз в 1.5, и эффективность 1.5 раза теряется уже. Ну, это такое себе, серьезно. Просто карта топовая, потому что до ЦЛК не было нормальных триник. Вот серьезно, ни одной кастерской трини хорошей не было. И трини нормально. Вообще добыть трудно, поэтому карта клевая. Откатили еще сервак. Классно. Заходите. Меня сначала в шатрат выкинуло, а сейчас вот не могу зайти. То же самое на миликов. По идее, воля такой шлак. Вот серьезно, воля — это супер трэш триня. Но почему? Ее будут брать, потому что она единственная арп триня нужна. 8-7. Это на арп дает, потому что... Ну, я хуй знает, я думаю, я на ком... Если ты сможешь добить спокойно арп, ну, в предбисовом шмоте. За счет того, что... Зачем тебе сердолями забивать? Ты смотри, либо ты сердолями РП, либо ты сердолями силу, которая у тебя скалируется на 30%. Ну, я согласен. Ты либо триню на силу берешь, либо этот самый, да. Это, короче, арп — это сила.
Ты ее берешь просто потому, что аналогов нету. Если была триня, которая пассивно дает там силу, и прок у нее получше, и кдшится 45 секунд, ее бы все брали. Ну, конечно, такую. Кто тебе даст? Ну, потом в будущем контенте есть такие триня. И там есть воля даже апнутая, с которой никто не ходит. 280. Ой, все зашли. Надо всех суммонить. А, у нас суммонера нету. О, неужели все тут? Шикарно. Да. Все, давайте этот пройду, чисто. Надо себе сделать этого тролля срочно. Шаман должен. Быть ловушки, троллем. Ловушки, ребята, обновились. Танк, развернись, если ты здесь. Туда пизды получит. Я слышал, что типа тролль бесполезен, потому что в нормальном эквипе у него такое ДПС хватает. Такой его скилл нахуй не нужен. Три крита дает 3%. А, да, я сам думал тролля сделать, чтобы кап добить. Потому что вот у меня ниже 3% силы заклинаний. Ну что-то какой-то такой курс. Нежить говно особенно. На ШП вообще не работает эти 3% в половине случаев. У меня добавляет почему-то, я не знаю. Не, ну просто ШП сломанные. У меня видел тринка какая стоит сейчас? Не, она, смотри, она стакается от прямых заклинаний, от доток не стакается. А как вот это еще есть пытка разума, которую я спамлю. Смотри, она может сработать на пытку именно на первый тик. На последующие два не сработает. И на не, она на первый не срабатывает. Ну, она может сработать на первый, она не всегда срабатывает. Ну, короче, видимо, очень редко срабатывает. Я кастую ее, ну, каждые полторы секунды, и у меня спадает баф как-то. Лучше вспоминайте тактику на проф, ладно, синдру или чай, блядь. Что смотреть на нее тактику? Потому что не знаю. Это просто дождаться людей, когда придут, и убить босса, и все. За РДД вообще кайф. Он прибежал уже. Да, у нас профаб не будет, да, проблем, мне кажется, у нас до хера РДДшников. Там, если даже один кто-то из миликов заслакает, пофиг. У нас всего один милик. Продаем рогу, блядь. Рыба, у всех есть баф или ставить надо? Есть. Нету. Рыба ставлю. Исчезла баф. А вы, кстати, у меня все в белках. Там ян забегали вроде. А, ну мы же вайпнули, что. Давайте, чек. Хант. Все готово. Сейчас я добавим пул дам. Эсик. Ну, до пула 10. В миллизону все. 5, 4, 3, 2, 1. Ручек босса встаньте, чтобы вас не заблевывало. Криво поставили босс. Геру не нажали, гол Геру нажмем. Да, на следующий. Да лучше на этого, следующий вообще легкий. Этот тоже легкий. Я починил трубы для подачи ядовитой смеси. Ну мало ли сейчас взрыв будет, там полягут люди.
Не успеешь. Чё не лезть должны от взрыва? Объясни. Это когда сбегаешься в одну точку и стоишь, да, на взрыве? Да. Ну так мы же так не будем делать. Нужно же отбежать. Это же не сложно. Короче, я не люблю вообще рисковать. Отбегать не любишь? Рисковать. Там 2-3 стака будет к концу боя. Следите маленьких. У нас уже 2 трупа. А что рисковать уже, когда каска сказ дает, уже точка приземления связняка видно уже. Прохильте рейд, ребят. Все, концентрация. У нас 2 человека умерло. За спину. Забегите и добивайте. Чтоб взрыв был, надо 6 стаков, по-моему. 5. На пятом стаке, то есть 4 копится, на пятом взрыв. 6. Помню, на X2 могли сбрасываться стаки. Да, багалось иногда. А ну, оно, да. Знаешь, как получалось, типа, настаканный заливался в ненастаканного. Ничего страшного нету, если слизи не взрывается, блядь. Там есть 50 тысяч... лет нахуй, чтобы отбежать. И метательная нужна рога? Нет, это вообще не сложно. Так, кто второй там пролазил? Погодите, не бегите, там ловушка. Блять. А можно мне поясок отдать на успех? У Диксиона. А чё вы не ролите, ребят? Я просто ждал, что может кому-то нужно. У Диксиона пояс. Я не знаю, если он не успел распылить. Скорость РП, хуй знает на кого, да? А у кого-то дебаф повесился, нет? У меня. Меня потерять нельзя. Так, у гламура надо. Короче, этот, если вдруг вайп, диван сразу в гламурна, чтоб он не умер. Да никакого вайпа не будет. Да не будет вайпа, да. Так, стол маговский надо. Еда нет, питьё а зачем, нет. Зачем ты мне метательное даёшь? Ты мне дай поясок, я тебе это на распыл отдам. Так, вот стол, короче, смотрите, тактика. РДД хилы, рейндж между собой 8 метров. Стоим на расстоянии. Рога, стоишь, бьёшь босса. Просто стоишь и АФК бьешь босса, больше ничего делать не надо. Единственное, что надо будет сделать... Я стрибал, мне там пол работы просто писали, я не видел, куда выбежали. Короче, если я тебе скажу выбежать из мили-зоны, выбегаешь в портал. Вот. Но это навряд ли будет. Но может такая ситуация возникнуть. Ну, может сначала просто 2 стака словим, и все, и больше не будем этой фигней заниматься. Ты что, уже ушли, блядь, в десятку? Он 2 минуты будет висеть, можно будет вообще не подождать. Конечно. Мы уже закрыли половину. Охуеть. Ты во сколько войн собирал? 8, что ли? Ну да. А то я на 8 поставил, блядь, пришлось на 9 переставить, потому что не успел. Ну, а так, ладно, ты... давайте стоп-флут, ребята. Короче, РДД, кому скажу, тоже в мили-зону будете забегать. Вот. А так сбегаемся на спору, все в портал. Ну, кроме миликов. Милики всегда стоят на месте. Время идет, пацаны, хуй за пиздим. Как мы в одного... А, мы в 2 танка будем бить? Да. Не, можем в 2 танка. Давай, 2 танка. Так надежнее. А, запулили. Да он заебал. Долго пиздец просто. Тут только Синдра или еще нуждается в тактике. Киньте веру, павшим. Если никогда. Нормите Геру. Я в мили зайду. В РДД. Паладин вылетел, что ли, или нет? Чё? Чё паладин? Он стоит просто. Ну вон он стоит, бьет. Вроде. Не машет даже ничего. Ты тут? Да. Все, нормально. У
Да, засечь решил, сколько между стаками. Так, шапа в миле, шапа в миле. Как спару взорвется, на обратно на место станешь. Два стака, можете не суетиться. Да, у кого два стака, можете не сбегаться. Да. Вар, у тебя пружинка есть своя? Да, есть шива, есть толстен. Ну, давай сейчас. Рога, пока с едкой гнили, нажмешь ложный выпад. Там навари уже. Как, готовь по команде ШВ. Я сокру там. А, окей. Тогда без ШВ. Сам тогда без команды дашь? Шамана, держите. Можете не сбегаться. Просто бить. Не вздумайте уронить, он у нас квест имеет. На будет лайте также квест еще. Но у нас два человека с квестом находится. Так, сейчас ролл быстро. Ой, лут. Вместе побежим квест сдавать, не бегите пока. Так, никто квест не сдает, просто рядом стоите и ждете, пока все соберутся. А мне еще типа заразить. Подождите, не бегите даже туда. На ретрик. Вдруг пригодится. Проф. Остановитесь, пожалуйста, дождитесь всех. Квест. Сейчас квест дадим, да, потом проф. После квеста проф, да? Мы идем туда. Мы сдавать-то не сможем все равно. Когда человек с двумя болячками добежит, его всем должны засчитать. Кто с двумя болячками, не ходите. Ждите сторонки. А что, кто-то видел, чтобы не засчитало кому-то? Ну, иногда бывало, что не засчитывало. Там от рейнджа зависит. Да. Если далеко человек будет, то не засчитывает. Все, остановитесь. Здесь, стой, здесь ой. Стойте. Все, побежали все вместе. Так, все. Избавление от кошмаров, чупа. Нормально. Угу, повезло. Страхали. Но куда мне, блядь, в жопу? Блять, ребята, это то. Продай его, он 1020 стоит. Зацените, что у меня на хули пало выпало. А, это, блядь, бои, нихуя себе. Да, багруха выпало, что ли? Ты, кстати, ты гламурмену очень... Да нет, запы упали, они ты дешевые. Ты уже вторые запы, да? Вторую боешку лутаешь. Третью. Три квеста, три боешки. Умеешь там? Тебе не нужны на своего хапала? Тика его нафиг с гильдии. А, так, я справа крайне крутанул, налево кто-нибудь сбегайте. Где мы босса били. А я... Да, скорее всего, у меня с этим, с регеном. У меня говённая. Кому-нибудь она нужна? Кто? Ты настолько щедрый, что боешками бросаешься? Так, стойте, не заходите. А, лок поставь, портал, пожалуйста, перед дверью, выйдите все. Вот здесь вот есть звезда, ты поставь хочешь, портал. Не, ты не там поставил. По-моему, все равно не там. Да, беги, сейчас начнется, партнешься. Не знаю, зачем.
Да, ты не там поставил. Там тоже можно так же сделать. Попробуй портнуться. Ну, вообще за них репу дают, если так вдруг. Продали пацана. Если все равно схилить надо, я вообще не понимаю, зачем он тогда... Портнулся, но этот... Далеко поставил? Не туда побежал. Нет, не в ту сторону, я обратно забежал. А что ты с этим жезлом? На ролл его кидаешь или как? Не, меня он усилит. Я бы типа взял, но, блин, серьезно, лучше продай его. Ну, там, ты его 1020 сможешь продать. А локовский доспех сколько хила дает в процентах? На сколько? Вроде бы 1% или 3%. Не, ну Вальку, когда хилят через него, у него... А, 20%. Ну, у нас есть рок. У нас 39%. Не, я просто спросил, надо краба делать или нет. Просто краб у мать не получается. А, краб сильнее, да. У Лока 26% дает. У краб 40% дает. Да, не обязательно. У нас этого холипала нет все равно. Не, вообще, блядь, да я не про ваш рейд спрашиваю. Ну, для 25-ки может быть там, но... Блин, Валька, это вообще супер изи. А ссылка репа, как она подписана? Пепельный союз. Так, сейчас, все тихо. В зависимости от того, насколько сложно сделают Вальку. Мне кажется, орка, кстати, не планировали таким делать. Ему просто хп добавили и все, победили. Вар, ты умеешь этот? Ну да, ему хп просто добавили. Ты умеешь профессионально водить? Там, под зеленого и так далее. От этих самых, от колб. Зачем тебе водить все один раз? Не особо, если только лежать тут его. Ну смотри, зеленый когда появляется, отсюда жижа течет. Просто босса подводишь под зеленого. У тебя один милик. А, один милик? А, ну все тогда. Смотрите. Когда будет выходить зеленый, все сбегаются в череп. Даже Рога пусть убегает. Стоим в черепе. Стой. Нафига в череп? Давай вот здесь где-нибудь подальше. Да, у стола можно убить его. И босса где-нибудь вот тут. Да. Все, вот в череп будем сбегаться. Вот здесь вот. И делайте так, чтобы вы отлетели в сторону стола. Для тех, кто не знает, как отлетать в сторону стола, смотрите, допустим, меня в таргет выбрал слизень. Возможно, я буду стоять чуть-чуть впереди вас или чуть-чуть сзади вас. Если я вот стою так вот, слизень. Сзади вот вас, так да. Вот, вы делаете его пару шажочков назад. Вы заходите за меня, то есть за цель слизня. Вот. Тогда он вас откинет в сторону стола, и потом снова мы сбегаемся, добиваем его. Вот такая вот фигня. А Рога пусть просто босса бьет с танком, и все, и пофиг. Ну, давай так сделаем. Ну, просто его слизень выберет, будет. Чтобы отдавать вам, нет? Если его слизни выберет, мы убьем. Идеи нет, если мы нормально встанем. Ну, короче, если я крикну, отдашь. Если не крикну, не отдашь. Вот. И красные роги надо объяснить. Короче, слушай, вот отсюда, с креста, будет выходить красный слизень. Ты к нему не подходишь. Вообще ни за что в жизни к нему не подходишь, пока он не начал свое движение. Когда он начнет движение, он присасывается к одному из игроков и, ну, пытается его догнать, короче. Если он к тебе присосался, тебе от него просто надо убегать. Просто убегаешь от него и все. Ты от него убегаешь так, чтобы мы могли бить, чтобы он тебя не догнал. Да. Ты убегаешь в нашу сторону. То если он тебя догонит, это вайп. Поэтому прожимай там какую-нибудь скорость, как-то там, спринты, и убегай. В принципе, все. В остальном только лужи. Ну, слушай, выходи. И колбочки на земле будут, их тоже обходи. Все. Больше тебе ничего, в принципе, знать не надо. Давайте посмотрим. Давайте, чек. А, у нас люди падали. Сейчас рыбку дам. Бои все. Где они падали? На гниле. Короче, проебал. Кстати, два шамана можно одну поставить на этот, на природу. Вы договорились, да, кто на боссе, кто в колбе? Ну, вар на боссе. А чё, комбат откуда? Пауков развернемся, там пауков убьем. Ну или я сейчас сам сбегаю. Надо было их сразу бить, а вот этой хуйтой не заниматься, там не стоять где-то. Просто убиваешь, и комбата нет. У босса-то портал есть, тут в мглистой роще, короче, прикинь. Все, мы убили. Да, давайте, подходите, добавим пул, даю и погнали. РДД, все звезду встаньте, пока босса не спульнет, пока первая лужа не появится.
Готовься, главное, 5, предупредить, чтобы 4, мы стопали. 3, потому что тут переводится 2, легко. 1. Друг, хотай Обаму. В черепе обижали, ребят. Да-да. Так, мы не успеем перевести. Ну, бейте, можно не стопать. Так, РТД, развернитесь. По зеленому играем. Надо будет пару шагов назад от черепа сделать. Не подходите к нему, пока он цель не выбрал. Сейчас лужу выбежали, переводим. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Сейчас пельмень будет скоро. Готовьтесь. Увидел колбы рога? Да-да-да, увидел. Теперь свой дебаф прочитай, если словил. 9 секунд. Красный выходит. РДД сразу по красному играем, как выйдет. Пельмень аккуратно. Диксиона. Рога, что лежишь, тебя есть, да? Не ставил рез, наверное. Так, зеленый, все в череп, все в череп. Сразу по зеленому играем. Как будет подходить? Пару шагов назад, но недалеко. А, блин, правее встаньте от него. ШВ нажми, нажми ШВ. Все, хорош. Если в такой ситуации еще окажешься, ванишь, нажимай рога. Просто плащ синее, ну, ничего не мог вообще юзать. Ваниш лучше сними с тебя. Так, сейчас красный выйдет. По красному свич на серпе, да. Сейчас пельмень полетит, аккуратно. Зеленый через 5 секунд, можете заранее в череп встать. А, пельмень? Пельмень задолжите, потом сбежитесь. Все, по зеленому играем. Видите, где череп, куда он бежит? За черепом надо зайти. Он никого не выбрал, не надо к нему бежать. Чем ближе вы к нему подбежите, тем быстрее он потом долетит. Да, пельмени аккуратно. Да, все верно. Когда он отбросил уже, не надо к нему бежать. Сейчас красный выходит, красного зальем, потом переведем босса. Слушай, выходите, играйте по красному. Гламурин побежал. Прохил его. Пельмень на друида. Все, переводим босса. Сразу Геру тыкай, как проснемся.
лужик кинет, чуть-чуть вправее лужи вставайте. Далеко не вставайте, а чуть-чуть. Место экономим. Вот где дерево стоит, там нормально. Пельмень, аккуратно. Отходи, отходи, отходи. Что-то он колбы проебал, да, первое? Таунт? Отойдите, РДД, от босса, подальше. Пельмень кинет, сразу словите. В туалет быстренько бегу. Ну, он отбежал. Минус шаман, минус хил. Нажмите бурсты, все добивайте. Похоже, у меня ничего не выйдет. Витхаст. Аналогичная система серебра. Шаману заебись. Да. Второму шаману не надо? У меня вот такие же на прошлом КД тут были, так что мне не надо. Все, что надо, ничего Рой, не упало. Надо, там успех, может. Я бы взял навару. Да, ну, ролл китик, чтоб я знал, кому надо. Мне не надо. Только вару надо. Не с острова шея. Что это было? Почему он на хунта переодался? Он там, пожалуйста. Да, он, наверное, мискликнул там или что. Ну, он хотел стак забрать. Стак забрал. Да. Тут, видишь, на нем 5 стаков рейд вообще не пробивает. Тут очень, очень слабый дамаг. Да, в десятке, во-первых, слабо, во-вторых, у нас 2 танка. А в-третьих, ну, ты предупреждаешь, ты как хочешь делать. Давайте убьем его просто и все. Да ничего страшного. Там, блядь. Я понимаю, если было 100 лямов у босса. Должен это на рефлексе забирать. Ой, Валька, Валька, к бою в бок отдадите. Прижмитесь к обочине. Да просто к правой стене не подходите.